Малые архитектурные композиции в виде красочных фонтанов, мостиков и арок. Таким власти города видят пейзаж Петропавловска. В областном центре планируют высадить 500 000 петуний, герани и бархатцев. В этом году цветами украсит рекордное количество площадей – 16 тысяч квадратных метров. Поэтапно идет вырубка старых деревьев. Этой весной выкорчевали 280 тополей и кленов, а взамен высадили 428 молоденьких берез и голубых елей. По опыту соседских регионов привезли и начали облагораживать улицу Конституции на газоне хвойными кустарниковыми породами. Это туя западная, колоновидной формы и шаровидной. Мы проведем эксперимент по выживаемости и акклиматизации в нашем городе. Они очень красивые, современно вписываются в дизайн. Они не перерастают, подвергаются стрижке, низкорослые формы.